Ребята, всем привет! А помните, как я заливал пенопластовые шарики ацетоном? Они мгновенно растворялись, и мне стало интересно, а можно ли растворить целый мешок пенопласта в одном стакане ацетона? Интересно? Тогда поехали! Ребята, хочу посоветовать канал моего очень хорошего друга Crazy Shopper. На нем, кстати, сейчас проходит конкурс на экшн-камеру Xiaomi. На канале вы найдете много интересного. Раскаленный нож против пушистика Байла, лизун из орбизов и многое другое. Ссылка на канал Crazy Shopper в описании. Сначала я подвесил мешок с пенопластом над столом, затем снизу поставил миску, в которую вылил стакан ацетона, отрезал уголок мешка и начал понемногу высыпать шарики в ацетон. Шарики начали таять в ацетоне, как снежинки в воде. Потом процесс растворения немного замедлился, и мне пришлось размешивать ложкой. Я снова и снова наполнял миску, а шарики все таяли и таяли. Ребята, я был уверен на 100%, что мешок пенопласта можно запросто растворить в стакане ацетона. Но не тут-то было. Посмотрите, во что превратился ацетон. Он стал густой, как будто лизун, и практически уже перестал растворять шарики пенопласта. А в мешке осталось больше половины пенопласта. Интересно, что произойдет с этим веществом дальше? Оно застынет или нет? Это я обязательно покажу вам в следующих видео. Ну а миска, я думаю, уже не подлежит очистке, и она испорчена 100%. Ну а если вам понравился эксперимент, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребята! Пока-пока!